Приветствую вас, и первое, с чего нужно начать, это с ответа себе на такой вопрос. А вот чем вам выгодно это самое состояние жертвы? Что оно вам дает? Какие ваши потребности выполняет? Какие ваши желания удовлетворяет? Вот с этого момента нужно начинать, с этого вопроса нужно начинать. Следующий важный момент отличается в том, что вы говорите, что это с детства, а значит нужно прорабатывать детско-родительские отношения. И, во-первых, выяснить, почему ваши родители привили вам такое поведение, что они хотели этим добиться, делали ли они это осознанно или нет, в соответствии с той или иной ситуацией будут соответствующие методы работы. И дальше ваш разбор того, чего вы боитесь, разбор ваших комплексов, возможно, повышение уверенности в себе и коррекция поведения. Вот, в принципе, то, что нужно человеку, чтобы выйти из состояния жертвы. Это работа со специалистом, работа, к сожалению, не одного сеанса. Если вы готовы к этой работе, то тогда вам нужно выбрать соответствующего эксперта, хотя бы на нашем ресурсе, и начать с ним работу. Желаю вам всего доброго, удачи, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.